Итак, с одной стороны, либералы, для которых Библия только содержит Слово Божие, а с другой – фундаменталисты. Библия является Словом Божьим без всякого человеческого участия, то есть Бог просто вводил рукой человека. Где-то между ними пытаются решить внутренние эти противоречия сторонники неоортодоксального взгляда. И вот на этом христианском небосклоне появляется светило. И слово «светило» я говорю без всякой иронии. Потому что человек – это выдающийся. Этот человек прошел путь от номинальной веры через неверие, разочарование к подлинному обращению, к покаянию. И имя этого человека – Клайв Льюис. Клайв Льюис всю свою жизнь занимался теорией и историей литературы. Причем занимался на высочайшем уровне. И литературные жанры он знал лучше, чем кто бы то ни было из нас. Клайв Льюис хотел бы принять евангелический взгляд на Богодухновенное Священное Писание, тот взгляд, с которого мы начали. Но некоторые моменты ему в этом мешали. В своих размышлениях о псалмах он, в частности, пишет, что готов был бы удалить из Священного Писания такие места, как вот предложение разбить, размозжить головы младенцев вавилонских. А он готов был бы удалить псалмы, которые содержат ненависть. Но Клайв Льюис при этом не мог стать либералом. Он отлично понимал опасность либерального лагеря. Клайв Льюис видел в связи с этим один ограничивающий момент. Слово Божье в своей безошибочности ограничено несовершенством человеческого материала. Это человеческий язык, это человеческое сознание. Бог пишет для ограниченных, по сути своей, людей. Но эти ограничения дают о себе знать на протяжении всей библейской истории. То есть вы читаете Библию, вы видите, с одной стороны, попытки Бога достучаться, а с другой стороны, несовершенство того материала, который Бог при этом использует. Это как лепить из плохой глины, из плохого пластилина. Мастер может лепить из плохой глины, он великолепный мастер, но глина крошится, сыпется, не лепится и так далее. Материал ограничен по своей сути. При этом Льюис говорит о постепенном переходе от мифа к истории. Льюис пишет, что израильский народ был народом, избранным Богом. Соответственно, и мифология израильского народа была мифологией избранной. Ветхий Завет по сути своей мифологичен. Но Бог использует этот миф для того, чтобы донести до нас истины, касающиеся нашего спасения. Однако Льюис признает, что постепенно, переходя от Ветхого Завета к Новому, мы переходим от мифа к истории. Чем ближе к Христу, тем меньше мифологичности, тем больше историчности. Миф может нести религиозную функцию. Собственно говоря, мифология очень часто эту функцию выполняла. Возьмите греческие мифы. Но то, что начинается с мифа, приводит к истории. Интересно, что вот у этого взгляда, так парадоксально названного либерально-евангелистическим, либерально-евангелическим, извините, пожалуйста, по большому счету есть только один крупный сторонник. И вообще говоря, своим существованием этот взгляд обязан гению Льюиса. Потому что, смотрите, что пытается сделать Льюис. Он, с одной стороны, пытается сохранить евангельское богословие, не уйти в либерализм. Но, с другой стороны, ему мучают вопросы. Почему в Библии такое количество несоответствий, такое количество нестыковок? Ему нужно найти объяснение этого, при этом не став либералом.
Потом, в частности, в своих книгах, в тех же хрониках Нарнии, Льюис пытается сделать то же самое. Через историю, через сказку донести духовное содержание. Кстати, важно понять, что в Новом Завете Льюис видел историю. То есть в Новом Завете этот мифологический элемент практически равен нулю. И более того, Льюис говорит о том, что всякий, знакомый с мифами, всякий, читавший мифологию, хоть сколько-нибудь знакомый с мифами, взяв в руки Евангелие, сразу же поймет, это не миф. Потому что миф устроен по-другому, он дышит иначе. То есть в отношении к Новому Завету у Льюиса никаких вот таких проблем, никаких таких сложностей нет. Он видит историчность. И притчи Иисуса Христа, и чудеса Иисуса Христа, он воспринимает, он готов, скажем так, он открыт к сверхъестественному. У Льюиса нет проблем со сверхъестественным. Но как лингвист и как человек, знающий человеческое сознание, он видит ограниченность этого сознания и понимает, что Библия, которую мы имеем, дана нам в преломлении к нашему человеческому сознанию. И вот эта зыбкость, эта шаткость взглядов Льюиса, пожалуй, и является главной их проблемой. То есть, понимаете, здесь попытка усидеть на заборе, быть и евангельским христианином, и при этом как-то объяснить то, что тебя мучит. А мучило его серьезно. Моменты из Библии его мучили серьезно. А образ Бога в Ветхом Завете. Бог приказывает израильтянам занять чужую землю, истребляя при этом другие народы. Евангельские христиане скажут, ну да, Бог действительно такое приказывал, потому что эти народы были злы пред Богом, у этих народов были, они совершали мерзость пред Богом, в частности, жертву детей они приносили и так далее. Льюис бы на это ответил, ну и что? У Бога были другие способы научить эти народы, как жить правильно. Зачем же их убивать? Скорее всего, это миф, вот эта часть, по крайней мере, мифологична, она отражает несовершенство человеческого сознания. Вот, опять-таки, этот взгляд можно уважать, но как раз из-за зыбкости позиции вот на этом заборе очень сложно усидеть. Либо уж ты станешь либералом окончательно, либо евангельским христианином. Однако Льюису усидеть здесь удалось. Он этого взгляда придерживался, причем старался придерживаться весьма последовательно. Вспомните, кстати говоря, особенно те из вас, кто еще помнит детские книжки или еще читают до сих пор детские книжки, вспомните последнюю часть «Хроник Нарнии», «Последняя битва», да, называется по-русски. Кто читал «Последнюю битву»? Поднимите руки. Есть такие? Хоть один? Нет. Ну тогда, ладно, тогда эту иллюстрацию мы приводить не будем, просто чтобы не тратить время. Хорошо. Итак, Божие совершенство ограничено несовершенством самого материала человеческого языка, человеческой природы и так далее. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.